перебросить на эту сторону. Установка светофоров, благоустройство дворов, обновление подпорных стен. Мэр Магадана Юрий Гришан провел депутатский час. Глава муниципалитета обсудил с парламентариями проблемы города. Магаданцы обращаются с просьбами к депутатам, а они, в свою очередь, совместно с местной властью стараются решить проблемы. Одним из таких стал вопрос об установке светофоров в 3-м микрорайоне. Один из вопросов – это проработка светофорного объекта вдоль улицы Пролетарской. Также по плану реализации программы формирования комфортной городской среды, где граждане поучаствовали по промышленному 7 и принято уже решение о включении в эту программу, дополнительно проработать ряд вопросов и подготовить ту необходимую проектно-сметную документацию. Ну и также... Также вопросы поступали по 17-му городскому округу, благоустройство отдаленных районов, автотек «Звезда Пионерный». Основные проблемы – пешеходные зоны, остановки и дворы. Дом по улице Ямской попал под программу формирования современной городской среды. Во дворе сделают озеленение, асфальтирование и освещение. Кроме того, в этом году фонд капитального ремонта займется благоустройством домов по улице Колымской. Будет ремонт фасадов сделан на улице Колымской, что значительно улучшит тепловую устойчивость этих домов и внешний вид фасадов. Фонду капремонта в этом году выделили порядка 800 миллионов рублей на городские нужды. Организация уже приступает к работам. Кроме того, магаданцы могут оставить заявку на улучшение их двора в рамках программы формирования комфортной городской среды. Сделать это можно до 31 августа 2021 года. Подробная информация указана на сайте мэрии Магадана.